Здравствуйте, мои зрители. Вот уже прошел целый месяц со дня посева семян укропа, петрушки и щавеля. Плюс трое суток семена замачивались. У меня тут получился целый зеленый огород, как летом. В общем, на мой взгляд, зелень готова, ее пора срезать и кушать. Тем не менее, эксперимент на этом я не оканчиваю, а буду продолжать. Больше всего мне нравится, как вырос щавель. Все семена показали себя неплохо. Щавель высокий, красивый, лист большой, толстый, сочный. Сейчас срежу, покажу. Такой вот красавец, щавель красная лава. Листики тоже уже большие, но пока его трогать не буду, пусть подрастет. Потом начну маленько отщипывать. Первым делом начну срывать листики, которые крупные уже. Это вот щавель из моих домашних семян. Я его начну срезать в первую очередь. Сейчас срежу и взвешу зеленую массу, сколько получится для интереса. Ну и потом буду наблюдать, отрастет ли зелень заново и через какое время. Сейчас ножничками аккуратно, сильно под корень не буду состригать, и вот сюда на поднос все сложу, покажу свой урожай, какой получился. Потом из этого щавеля, плюс петрушка, плюс укроп, сделаем салатик на обед. Так-то горка большая получается. Интересно, сколько это будет в граммах. Конечно, не сравнить лист, какой сейчас и летом на грядке. Здесь он такой нежный-нежный. А летом на грядке-то он все равно более упругий, сочный. В любом случае, под солнышком лучше всего все растет. Искусственный свет не заменит солнечный. Это однозначно. Ну, в общем, вот так все срезал. До последнего листочка, можно сказать. Такая вот получилась кучка. Настало время взвесить. Сеял я 0,5 грамма семян. Сейчас посмотрим, сколько получилось зелени. 41 грамм. Вот такой урожай. Полграмма семян посадил, 41 грамм получил. А это вот, что осталось после среза. Теперь буду наблюдать, когда и сколько щавеля отрастет заново. И отрастет ли вообще. Но надеюсь, что урожай повторится. Сейчас буду срезать и взвешивать укроп. Это вот тоже мой домашний. Вообще скажу, что укроп уже начал почему-то засыхать. Точнее, не засыхать, а вот у него начали краснеть листочки. Не знаю, с чем это связано, но выглядит не очень привлекательно. Больше всего покраснел сорт кустовой. Может, ему тесно уже в этих стаканчиках. Может, еще по какой-то причине. Укроп также срежу в поднос.
аккуратно сложу его. Вот такой получился срез укропа. А это то, что от него осталось. Также поставлю, может отрастет еще, понаблюдаю. Укропа получилось 32 грамма. Щавеля 41, укропа 32. Иду срезать петрушку. А вот и красавица петрушка. Начну вот с первого контейнера. Это сорт «Нежность». Выглядит неплохо. Листья крупные, сочные на вид. Она первая пойдет в салат. Сейчас срежу, взвешу и посмотрим, сколько ее наросло. Растишь целый месяц, а ножницами 2 секунды и срезал весь урожай. Этот контейнер срезанный поставлю опять на полку и буду ждать, когда вновь нарастет петрушка. Может, новый урожай получится срезать уже к 8 марта, а может и к 23 февраля. 21 грамм. Не густо, конечно, ну и не пусто. Все, что есть, все пойдет в салат. Какие-никакие, а самые лучшие зеленые витамины. Это в тазике весь собранный сегодня урожай зелени. Суммарно 94 грамма. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы сделать отличный витаминный салат. А на этом все. До новых встреч. В следующем видео покажу, как растут цветы.